Ого, смотрите, какой гриф у меня на спине. А где же мои блинчики? Ребята, сейчас, похоже, мы с вами будем улучшать нашу штангу. Смотрите, на спине. Так, тут у нас что такое? Мы с вами можем вот таким вот образом ломать стенки. Ой, что-то там дофига стенок. Реально, прям очень много стенок. Подожди, я что-то не понял. А как мне силу тогда прокачивать? Вот, смотрите, ребят, тут у нас... какие-то... Это что это у нас? Такие сумки какие-то? Давайте мы с вами откроем. Я, кстати, могу получить что-то. Что это? О, это, походу, блинчики, ребят. Нифига себе, смотрите. Так, у меня 900 сил. А откуда у меня 900 сил? О, реально, это блинчики, ребят, смотрите. На моей штанге появились блинчики. Ну-ка, давайте-ка... О, вот, смотрите. А я могу еще одеть? Ну-ка. А, да, смотрите, у меня... Короче, тут можно всего 6 блинов одевать, ребят, смотрите. У меня 1500 силы. Ну-ка, погнали. Раз, два, три. О, во, ребята, дело пошло, смотрите. Ну, блин, стенок-то дофига, прям очень много. Так, а что, все, что ли, я накопил? Давайте мы с вами, знаете что, мы с вами по традиции, например, берем вот так вот, донатим себе 5000 побед. Давайте, кстати, посмотрим, сколько нам надо. Так, 5000, ну, в принципе, нормально, ребят. Давайте вот так берем. И, кстати, здесь какая-то наградка есть. А, вступить надо в группу. Давайте, вот, ребята, это у нас самые крутые какие-то блинчики. О, спиннер. Ого. Ребята, у меня 18 тысяч. Жесть, ребята. Задонатив всего лишь 200 рубаксов, у меня уже 35 тысяч почти, ребят. Что со мной? О, что? А, кликать надо? Ну-ка, ладно, окей, ребята, кликаем. Это как в рейс-кликере. Так, ну, мы с вами накликали. И что, все? Так, да, ребят, все. А теперь файт. А, босс, ребят, смотри, какой босс. Это что за босс? Ну-ка, давайте-ка. А, ну вот, смотрите, я помогаю. Я, наверное, сам топовый на сервере. По силе-то. А нет, тут чувак есть, у которого 260 тысяч, ребят. Ну, в принципе, смотрите, мы с вами... О, ничего себе, сколько я за босса получаю. Смотрите, сколько побед мы с вами получаем за босса. Жесть. Я, походу, потратил все свои победы, да, на открытие вот этой сумочки, ребята. И теперь у меня 4 вроде как блинчика, да? Ну, окей. Мы сейчас победим с вами босса и посмотрим, что мы с вами с него вообще получим. Мне кажется, должны быть победки. Побольше победок дайте нам, пожалуйста. Ребята, давайте вот так вот уничтожаем. Смотрите, больше всего урона я, конечно, нанес этому боссу. И давай смотреть, сколько мы с вами получим награды. А чуть мы ничего не получили. Ну, короче, ладно, давайте посмотрим, ребят, докуда мы с вами сможем дойти. А вот тут у нас уже проблемки возникают. Смотрите, ребят, на 16-й линии. Блин, интересно, сможем ли мы с вами пройти до конца? Смотрите, пока нам надо 2 удара, уже 3 удара нам надо делать. И там вот в конце что-то есть. Я даже не знаю, что там, ребят. Столько стенок еще надо пройти, чтобы добраться до туда. Короче, нам надо, как я понимаю, копить победы, чтобы мы с вами во время старта рейса кликали как можно больше. Кстати, у нас есть перчатки. И надо, ребята, мне кажется, поменять нам перчаточки. Давайте мы с вами сейчас накопим 1000 побед и купим себе перчатки, наверное, да, ребят? Но перед этим, наверное, нам надо с вами сначала накликать силы, а потом уже покупать, я думаю. Ну, давайте посмотрим, вообще, хватит ли нам времени. 10 секунд примерно остается, ребят, и сможем ли мы с вами докопить. Сейчас мы с вами узнаем. Да, скорее всего, нам хватает. Смотрите, 999 у нас, 1000 ровно, все. Мы, в принципе, с вами можем улучшить себе перчаточки, ребята. Так, ну что ж, давайте будем сейчас кликать. Смотрите, топ по 50 результатам, тут, конечно, нереальные какие-то. Счеты по победам тоже вообще нереальные какие-то, ребята, цифры. Да, уж жесткие какие-то, ребят. Кстати, смотрите, World Portal, это у нас первый мир. О, ребят, тут всего 3 мира. Всего 3 мира, мы с вами находимся в первом. Кстати, давайте-ка мы вот так вот крутанем. Мы с вами можем крутануть и что-то получить, да? Давайте посмотреть, что мы с вами получим. 25 побед, походу. А что я по плюс 1-то получаю? Что так мало? Я думал, ребят, мы с вами будем больше получать. Смотрите, как я прокачиваю, жесть, прикольно. Ребят, так быстро качаю, жесть просто. Смотрите, кто больше накликает. Да уж. Ну, короче, нам надо покупать с вами сейчас перчатки. Я, как я понимаю, да, 36 тысяч у меня лучший результат пока что. Давайте мы с вами купим вот эти вот перчатки. И вот такие теперь у меня, да? Ну, в принципе, они, ребят, мне дают и силу.
и скорость. Поэтому, возможно, мы с вами сможем пройти до самого конца. Хотя не факт, ребят. Сейчас посмотрим. 40 тысяч почти у меня силы. И мы с вами уже на 30-й. На 30-й стенке. У нас остается, кстати, 2 минуты. В принципе, мы с вами сейчас можем дойти до самого конца. Я надеюсь на это, ребята. Я на это надеюсь, что мы с вами сможем пройти 40. Смотрите, а сколько всего интересно? Возможно, 60... Не, не 60, 70, наверное, да, ребят? А может быть, даже 80. То есть, смотрите, больше половины, в принципе... А, вон же, внизу, ребят. Да, мы с вами на серединке только. Да уж, мы с вами реально только на серединке, ребят. А чё так жестко-то? Короче, нам надо сейчас с вами еще, значит, блинчиками обзавестись, да? Чтобы пройти до конца эту все-таки линию, ребят, это жестко. Это реально жестко. Первую локацию очень сложно пройти. Ну, в принципе, смотрите, по времени у нас минута остается, и мы... А, ну тут 100. Все, я понял, ребят, тут 100. Тут ровно 100 стенок, которые нам надо с вами сломать. Может быть, задонатить еще себе 200 рубаксов, ребята, и пооткрывать еще блинчики, а? Вот если мы с вами откроем еще 2 блинчика, то будет вообще супер классно, я думаю. Мы с вами сможем пройти до самого конца. А так, смотрите, мы с вами проходим, ну, мы с вами уже 75% прошли. И остается 25%, в принципе, ну, 30 секунд нам не хватит, ребят, чтобы пройти до конца. Но мы, черт возьми, так близко, ребят, смотрите. Вообще очень близко. 80% мы с вами прошли. Ну, мы процентов 85 с вами пройдем. И останется всего лишь 15%. Ну, каких-то вот немножечко 15 стенок, ребят, смотрите. Да уж, ребята. Ну, немножечко нам не хватило. Мы с вами накопили почти 500 побед. И мы с вами прошли 88%. Да, ребята. 88%. Ну, босс нам не нужен. Короче, знаете, что мы делаем? Мы с вами идем вот так вот и донатим себе 5 ксарей. Так, подожди, в смысле? Я не могу больше донатить, ребят. Что это значит? Что это значит? Ошибка какая-то, ребята. Ну-ка, а вот это могу донатить или нет? Нет, я ничего не могу донатить. Серьезно? А нафиг так? А почему так, интересно? Давайте босса попробуем тогда уничтожить. В принципе, за босса-то мы с вами получим наградку, да? И тут уже сейчас рейс скоро начнется. Во, ребята! А вот это класс, вот это класс, вот это класс. Мы сейчас с вами, я думаю, пройдем. Мы сейчас пройдем, ребят. Я в этом уверен. Мы сейчас с вами пройдем, потому что у нас, смотрите, больше силы стало. И мы сейчас с вами еще купим блинчики. Давайте купим себе вот эти блинчики. Давай. Все, отлично, покупаем раз блинчик. И надо второй блинчик купить, и все. И не тратить время. Давай, быстрее, анимация, проходи. И погнали. Давай, еще раз. Все, погнали, ребят. Я пошел, я думаю, нам хватит времени и силы, чтобы пройти. Давайте смотреть, сколько у нас силы там. 40 с чем-то тысяч должно быть. 48 тысяч, ребят. Все, у нас полностью все, как бы, ну, вся наша штанга заполнена, ребят. Ну и погнали смотреть, да, куда мы с вами дойдем. У нас было 38 или 39, сейчас на 10 тысяч больше. И, в принципе, я думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы пройти до самого конца. Ну, не знаю, ребят, давайте смотреть вместе. Я надеюсь, у нас получится, ребята, и мы с вами сможем добраться до самого конца. Смотрите, половину мы с вами прошли. И... У нас еще минута 15 секунд, грубо говоря. И давайте смотреть внимательно. Смотрите, уже 60% почти мы с вами прошли. Ну я думаю, ребята, мы с вами пройдем. Не знаю, почему мне так кажется. Ну, 10 тысяч мы с вами на 10 тысяч почти усилились. И этого достаточно должно быть, чтобы пройти. Смотрите, у нас 55 секунд, грубо говоря, да. И 69-70% мы с вами прошли. Ну, я надеюсь, ребята, мы пройдем. Пожалуйста, давай, Фредди, быстрее ломай стенки. И у нас 40 секунд, ребят, остается, 80, приближаемся к 80%. Ну, как-то маловато все равно, смотрите, 30 секунд, и у нас остается 20%, ребят. Ну, не 20, окей, 18%. Блин, неужели нам капельки не хватит, ребята? Смотрите, что происходит. Нам, походу, вообще немножечко не хватит, чтобы пройти до конца. Мы с вами, ну, вот здесь вот в прошлый раз остановились. Конечно, то, что я открывал вот эти сумки, возможно, из-за этого, конечно, ребята, нас затормозило, да? Так бы нам, может быть, как раз и не хватило вот этих 10 секунд. Смотрите, ребят, реально, походу, нам этих 10 секунд не хватило. 6 просто. 95%, ребята, нам не хватило.
Обалдеть. Давайте вот это вот яйцо откроем. Блин, зачем я это сделал, ребята? Надо было сначала кликать. Надо было сначала кликать, ребята. Вот это я зафейлился. Так, ну ладно, давайте мы с вами вот так вот посмотрим. Экипируем самое лучшее. В принципе, 50 тысяч у нас сейчас, ребята. И, возможно, этого будет достаточно. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, ребят. Сейчас посмотрим. Давайте сначала накликаем. И посмотрим, сколько у нас будет силы. А, в принципе... Слушайте, а мы сейчас пройдем. Мы сейчас пройдем. Смотрите, 19 все-таки за клик я получаю. У нас будет примерно 54 тысячи. В принципе, я думаю, мы с вами пройдем. Не, не 54, ну окей, 53 тысячи. Немножко, но усилились, ребята. Погнали смотреть. Ну, 53,5 тысячи, ребят. Все, я сейчас готов прям доходить до самого конца. Погнали смотреть, ребята, смогу ли я это сделать. Я надеюсь, вы в меня верите. Я в себя верю. И мы идем вперед. Полпути пройдено, ребята. И у нас остается минута 25. Ну, смотрите, почти половина времени у нас кончилась. И мы с вами приближаемся к отметке в 70%. В принципе, это круто. И, ребята, у нас есть все шансы с вами закрыть эту локацию и, наконец-таки, добраться до самого конца. Я думаю, что мы сейчас с вами и сделаем. Сможем дойти до конца и сломать последнюю стенку. У нас остается целых 50 секунд, ребята, и 21%. Фуф, ну давайте смотреть, ребята, реально. Сейчас, если мы сейчас не пройдем, то, скорее всего, надо будет тогда, ну, в районе 60 тысяч силы. Что, мне кажется, наверное... дофига, но мы, ребята, мне кажется, сейчас можем все-таки осилить. Смотрите, у нас остается 10-11%. Ребята, 10%, 9%. Ребята, мы сейчас с вами пройдем. 100% мы с вами сейчас пройдем. Давай, 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 давай. 5%, ребят, остается. Жесть, жесть, просто жесть. Смотрите, времени очень мало. Остается 3%. Остается 2%. Жесть, тютелька в тютельку, ребята, смотрите. Это просто капец, мы с вами прошли. Мы с вами прошли. И теперь я могу, наверное, попасть в другую локацию. Давайте попробуем. Так, World Portal. Так, и чё? Sky Space. Я могу телепортироваться? Я не могу телепортироваться. Почему я не могу телепортироваться? Не понял. Я же прошел до самого конца. А как мне попасть в другой мир? Эй, ребята, что-то я затупил или что? Я не понял, как мне попасть в космос? Я ж прошел. Так, ну вот Sky, я здесь. Что-то, короче, я, ребят, не понял. Что-то очень странно. Смотрите, я сейчас кликаю по 21. И что-то я, видимо, сделал неправильно. Почему я не попал в новую локацию, вообще непонятно. Ребят, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я продолжил здесь играть. Если да, то обязательно пишите об этом в комментариях. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.